Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. И сегодняшняя глава называется Итро. Вчера мы прочли 10 речений, 10 заповедей, которые получили в Хореве возле горы Синай. После этого написано: а весь народ видел звуки, гору дымящуюся. Как можно звук видеть? Это необычно. Разве может человек видеть то, что мы слышим? И наши мудрецы говорят, что это значит, весь народ видел. Получается, слепые прозрели. И также можно сказать, что глухие люди стали слышать. И те, кто был инвалидом, стал здоровым. То есть произошло невероятное чудо. Мидраш пишет, что к нам опустились 22 тысячи ангелов и одели на нас короны. Короны бессмертия. И если бы мы не совершили через 40 дней грех с тельцом, то оставались бы бессмертные. То есть очень высоко нас Всевышний поднял. Мы с 49 уровня нечистоты поднялись вверх. Всевышний вернул нас в состояние Адама до греха. То есть все сделал для нас. И естественно, это было что-то невероятное. Это никто себе не мог даже такое представить, то, что произошло. После этого Всевышний обращается, чтобы мы не делали себе богов серебряных, богов золотых. То есть говорит сразу о законах идолопоклонства, потому что он бог-ревнитель. Он нам эти вещи не прощает. Что это значит? То есть любое изделие рук человеческих – это идол, через которого мы пытаемся поклониться Всевышнему. Вот это посредник. Я молюсь только Всевышнему, но это посредник. Или, допустим, мы поклоняемся, допустим, просим помолиться солнце. Или просим помолиться луну, или все воинство небесное, или небо. Что бы мы ни просили, землю, как бы мы ни обращались ко Всевышнему, говорим, допустим, небо, ты ближе ко Всевышнему, поэтому мы просим через тебя. Идолопоклонство. Это все нам запрещено. Никакие изображения, никакие явления природы не могут быть между нами. То есть мы должны напрямую молиться Всевышнему, напрямую просить Его, говорить Его о наших нуждах и просить Его о прощении, о здоровье, обо всем. Так это работает. И этого Он от нас хочет. Вот так вот. И Он говорит нам: если будешь строить жертвенник мне, то делай его из камней нетесанных, металла нельзя заносить на эти камни. И действительно, жертвенник строили, брали морские камни, которые не были обработаны железом, и из них складывали жертвенник в храме. Так это работает. А почему так? Есть мнение, что железо — это как бы оружие войны, а вот жертвенник, наоборот, служит миру. Поэтому жертвенник строится именно из камней, не отесанных железом. И интересно, говорится, что когда строили храм, то звука молота не слышали. Вот тоже такие вещи у нас есть. Что касается заповедей. Мы выдержали всего две заповеди. Сам Всесильный нам говорил первые две заповеди, и мы взмолились и начали просить, говорим: Моше, проси, сам передашь нам остальные слова. Мы не можем это слышать, потому что мы умрем. Потому что была такая ситуация страшная, что у нас души повылетали из тел, когда мы это слышали. И Всевышний нам вернул души небесной росою. И остальные 8 заповедей мы слышали из уст самого Моше.
Вот так вот. Мы сказали, выполним. Выполним зам, мы на все согласились. В главе Мишпатим будет написано, что мы сказали, выполним и будем слушать. Молча, без никаких вопросов, что там написано в Торе, досконально мы не спрашивали. В общем, что скажет сильный, выполним, будем слушать. И вот на этом недельная глава Итро заканчивается. Заканчивается жертвенником, который сделан из нетесанных камней. Все. Урок был дан за поднятие души. Берта бат Исраэль, Павел бен Эфим, Самуил бен Герш, память Юрия бен Харитон, Мендель бен Мендель, Яков бен Ахум, Владимир бен Григорий, Здоровье Светлана бат Клара, Шимон бен Ицхак, Борис бен Мария, Анна бат Ривка, Полина Пер бат Соня Сура, Лена бат Клара, Женя бат Ида, Анна бат Елена, Ефим бен Эстер, Двойра бат Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бат Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бат Маэль, Евгений бен Берта, Евгений бат Ита, Фера бат Анна, Геннадий бен Елена, Ольга бат Светлана, Йосиф дан бен Цара, Таня бат Фрида, Ида бат Рива, Вадим бен Татьяна, Юлия бат Белла, Яков Йосиф бен Рахель, Шимон бен Мира, Фейга бат Берта, Ася бат Года, Марк бен Нина, Ира бат Вера, Леор бен Клара, Рафаэль бен Клара, Хана Цепора бат Цара, Ида бен Хая Авива, Ефим бен Фаина, Алексей бен Ольга, Гая бат Вадим, Мазл Марсас Гула, Ирина Батури, Арона Ребен Нури. За хороший дух. Арона Ребен, Двойра, Низ Бен Ахум, Авигаль Бацара, Хана Бат Авраам, Рафаэль Рилен Бен Лариса. Парнасай Брюд, Владимир Бен Рая, Марина Бат Рая, Борис Бен Марина, Алексей Бен Наталья. Всего хорошего Олегу Марченко. И еще я не назвал всех, еще не записал список несколько имен. В следующий раз запишу. За всех их молимся тоже, чтобы все у меня бы хорошо было. Всем браха, парнаса, кавана, мазал то, что мы это время не грешили. Читали Тору. Всем всего самого наилучшего. Всем желаю крепчайшего здоровья. И до следующих встреч. Пусть скоро закончится эта страшная война. Все, до встречи. Шалом.